Здравствуйте. Посмотрев мое предыдущее разгромное видео и частично осознав свой позор и ущербную ментальность, юный блогер изменил название канала. Теперь это «Наука пожрать», «Наука поржать», «Наука побежать». А вот-вот, сейчас точно скажу, «Наука побеждать». Но поскольку у каратиста на эмблеме до сих пор нет половины головы, не отбили ее сапогами, то наш эксперт снова сел в лужу. Дело в том, что «Наука побеждать» – это название книги Александра Васильевича Суворова, самого известного российского полководца. Случайно так получилось? Или блогер решил просто хайпануть за счет известного человека, а? Как смели вы комедию устроить из чести воинской? Я вам всем советую читать Суворова. Там действительно настоящая воинская мудрость, опыт и знания. Как говорится, побеждай не лбом, а умом. Врага нельзя отпускать в поле боя, чтоб ни один не ушел.